you. Слушай, Анька, а он, интересно, там ездит или нет? Это комната ожидания поезда. Вот здесь можно за доллар купить кофе, горячий шоколад. Я взяла Apple Cider. Как это по-русски будет? Сидр. Горячий сидр, вот, и бесплатную печеньку. Вот. Там туалеты. То есть люди здесь ждут появления поезда следующего. Нам еще полчаса ждать. Trains are. I said, no, there are no little trains in the Oregon Rail Heritage Center. They're all big trains, like the big trains outside. We do have Chuggington tables for young children to play with, but the Chuggington tables for... Засаживаемся. Выбираем места. Отправляемся. Орегон Пасифик. Вот, она машет ручкой. Это называется Holiday Express. Это функционирующая летом парк аттракционов. Все, поехали. Завтра первый день зимы. Снега у нас нету сейчас. Плюс 1 градус. Завтра первый день зимы. Снега у нас нету сейчас. Плюс 1 градус. Вот здесь мы на елике. Rose Island Bridge.
Анька тоже снимает. Это Митя. Меня тоже снимает. Вот там, рядом с Росалем Бруджем, расположен док, где строят корабли. Вот. Какие тут мосты? Промзона. Вот, у нас тут Дед Мороз ходит. Сейчас подойдем. Говорит хо-хо-хо. Кэндис конфетки раздает. What? Yeah, I get to sleep through the night now. Don't let me get up in the middle of the night. Дим фотографируется с Дедом Морозом. Когда наша поездка закончилась, и все вышли посмотреть на локомотив. Паровоз. Паровоз. Что, они его называют локомотив. If any of you would like to stick around along the bike path, you're welcome to. We will keep you back a little ways. There will be steam all the way from the side of the locomotive going over those trees. And generally going on most of the way to that first telephone pole. If you haven't seen it, it is awesome. But for those of you with little ones, it is surprisingly loud. We would recommend you cover their ears. Let the bicycles move. Thank you.